Всем приветики-приветики. Девчонки, ангелуши, что нужно сделать? Приветики. Приветики всем. Ходили сегодня с ангелушей на рынок. Купили модненькие лосинчики. Покажи свои. Вот она их уже одела. Примерила. Единорожки, да? Или что у тебя там? Еще конфетку. Единорожки. Конфетку. Конфетку. И маечку. Нет, неправда. Маечку мы покупали раньше. Да. Так. Я вам хочу показать свою кроватку. Вот моя кроватка. Вот моя кровать. И нам уже надо новый. Нам буквально через пару часов привезут новенькую кроваточку. Ручки несу и свои, потому что у нас мебель вся светлая. А вот этот вот кровать, этот табурет у нас остался с прошлой спальни. Мы уже здесь все поменяли, кроме кровати, этой табуреточки. Да, котенок? Будем ждать. Через пару часиков должны нам привезти. Сейчас перейти мой телефон. Твой телефон. Сейчас у нас здесь небольшой беспорядочек. С Ангелушей будем собирать игрушки, ее столик убирать отсюда. Постельное собирать. Ноутбук вынесем, чтобы эту кроватку вынести, а новенькую кроваточку поставить. Правда, досада. Матрас будет только через неделю. Ну, ничего страшненького, поспим на стареньком. Да, матрасики? Угу. Котенок. Поспим, поспим. Сейчас покажу. Ой, это наша дынька. Сейчас покажу, какая у нас классная дыня. Такую мы дынечку купили. Смотрите. Ой, смотрите. Ой, смотрите, моя хвастулка. Хвастунишка. Так, в зеркало никто не ест, перед зеркалом не кушает. Вот такая вот дынька. Сейчас мы ее помоем. Мама, и мама, будем с вами покушай. Кушать. Мам, повар... Чарлуша тоже будет кушать, Чарлунька. Мам, Чарлушка. Мам, есть цветочек? Есть целый. Целый? Спасибо, вкусненько. Что Чарлуша наш ищет? Да. Мама, я хочу... Что наш Чарлунька ищет, а? Ой, Чарлуша. Ой, красавчик. Ой, красотуля наша. Мама, посмотри сюда баксу сладкая. Нет, доедай. Она засохнет, будет потом ее вкусной. Ну ж красавчик, ой, наш красавчик. Ой, ну, на уличку сходил, пописькал. Мам, сам скушай. Я не люблю. Мам, ну скушай. Вот, Чарлуня наш. На. Не стыдно? Мама, скушай, мама, скушай. У мамы уже живот, как у бегемота, и все мама скушает. Надо бы сам. Нашла девочки свой круг, буду крутить по вечерам и по утрам перед работой. Что случилось, мой хороший? Что у тебя? Что, мои зайки? Так, пошли-ка водички попьем. Пошли. Все, перестал вроде бы чихать. Опять, наверное, много водички хлеба. Он, когда быстро пьет, всегда чихает. Ты считаешь мне телефон. Все. Все, девчонки, зефирку ем, живот растет. Мама. Все, неси на кухню мыть. Мам, я хочу думать. Все, девчонки, пришли на кухню. Ангелуша, вот я буду мыть дыньку, да? Нет. Ну, мой. Будем смотреть, как ты у меня умеешь мыть дыньку. Конечно, мне придется перемыть. Ну ничего страшного, пусть моет. Да, котик? Мой-мой, хорошо мой. Она была чистенькая. Все микробы вымыть, бактерии, нитраты. Хотя нитраты уже ничем не вымоешь. Все, молодец. Так, тяжко. И моем, все, молодец. И вот сюда на подносик ее тоже ложи дыньку. Все,
Все пустякает. Нет, на подносик положи, она упадет, скатится. Мама, мама. Все, ты у меня молодец. Мама. А зелененько все тут сидишь. Давай. Ой, аккуратно. Я все шатаю, да? Не шатай стол. Мама. Ух, она пахнет. Класс. Ангелушка, иди сюда быстрее. Ты же хотела дыньку. Давай. Не шатай, пожалуйста, стол. Иди сюда ко мне. Так. Это убиваем. Это убираем, конечно. Сейчас выбросим сюда. Надо взять себе, наверное, тарелочку отдельно, да? Нет, давай я сама. Я не хочу, чтобы ты свалилась как в тот раз. Иди сюда, котик мой. Котенок. Вот мой котенок. Котенок. Мам, все это хочет. Мама... Сейчас еще Кируша придет, захочет. Смысл? Опять мне резать? Уже нарежу, а вы как хотите. Мама чего не хочет. Все? Все, все. Вкусняша. Дайте. Вкусненько, ангелуш? Так, сегодня... Ну, пробуй. Ну? А какая была дынька вкуснее, сегодня или вчера, которую ты ела? Это вкуснее. Очень хорошо. Ну, ты ходи куда-нибудь. Кровать приехала. Надо сюда ставить, чтобы ближе было. Туда. Опа. Ура! Кровать пришла. Ого, не упадет она? Спина моего старшего сына, лицом он не показывается. Еще несут. Еще несут. Я что сделаем? Вот это может тут поставим, а тут и к стене. Давай, Катюш, сюда пока поставим. Катюш, привет. Сам сюда, ближе. Ангелушка, отойди, тут надо еще сделать это. Давай, ты куда? А куда я пройду? Ну, сюда, куда тебе удобнее, туда и ставь. Не, просто он взял все на кулю. Думают. Держи, вниз запускай. Лучше пусть ниже будет. Ой, Чарлуша радуется. Ой, Чарлушка радуется. Пришли. Пришли, все дома. На гарантию вот дали. Я не знаю, подписалась это. А это фурнитура. Что, когда разберем? А, когда то разберем, поставим их, да. Я не знаю, все равно сегодня праздник, сегодня лучше ничего не заниматься. Так, все смотрим, что делает Ангелуша. Ангелуша наша. Открывает шурупчики, она будет собирать кроватку, да, котенок? Вместе с папой. И вот какого цвета пришла нам кровать. Мама, посмотри. Все, пришел папа. Начали собирать кроватку. Главное не папа и сын, а папа и дочь. Процесс идет полным ходом. Ангелуша держит. Папа, так? Папа думает. Папа думает. Папа, из-за меня стул держит. Тебя стул держит? Только не, со стула не прыгай. Смотри, чтобы она опять тебе не упала никуда. Бывает. Стоп, идет. О, как я и говорила. Бусинка, держи. Так, и мы видим результат нашей кровати. Мне кажется, она стала смотреться намного лучше, чем у наша старая. И посмотрите, как классно она подходит вот к этому нашему шкафчику.
Так что всем пока. А, вот видите, нету бордюра. У нас был бордюр. Так что всем пока-пока.